Сейчас попробуем поменять гидрокорректор фар. Вот это старенький, вот который уже не работает, уже штуки не выдвигаются. Вот, а вот вытянут точно с такой же с машины десятки. Вот что теперь нам надо сделать? Так, взять отсюда бачок умывателя вытянуть, потому что здесь будет идти магистраль. Здесь вот по бачку, бачку, бачку. Вот там она закрепляется на нижний болт. Вот самое важное сейчас будет, как бы мне так провести. Снимать не хочу. Этот, бля, фонарик плохо работает. Снимать не хочу расширительный бачок на этот, на охлаждение тосола. Вот. Так, здесь оно у нас примерно вот так. Вот. Вон вот та вот дырочка. Вот. С нее проводочек, он торчит на сигнализацию. Вот сейчас вот туда будем попадать. Вот, и попробовать выводить. Я не знаю, вслепую, не вслепую. Вот эти два штока. Так, посмотрим, что с этого получится. Снимать пока не могу, потому что я снимаю, я и буду это делать. Просто покажу, получилось или нет. Фух, ну что могу сказать, еле-еле вывел. Первая как-то легко далась, и то при том, что уплотнитель вот этот вот, обешумку пришлось вот так сдвигать, вот это в бок задвигать, сдвигать максимально, чтобы прийти отверткой. Вот, первая вышла хорошо, вот я уже провел. Вторую еле-еле, я уже не знал уже как выводить. Вот, вывел через проводком, зацепил, потихонечку вытягивал. Вот, вывел. То есть, в принципе, без снимания бачка это сделать можно. Осталось дело за малым, все провести по магистралям и все. Вот, потому что мне бачок снимать, это жидкость сливай, все выкручивай, блин, раскручивай, блин. Больше работы уйдет. То есть, в принципе, это реально. Но, конечно, желательно вынимать бачок, бо это жесть. Все, всем спасибо.